Друзья, всем привет. Андрей Рублев. Андрюш, бамусики. Да, привет. Давай разбираться, что сегодня было. Хрен знает, что было сегодня. Ну, ты победила, кажется, только раз. Это первое. Так, первый сет. Вначале очень равная игра. Да. Но затем ты отдаешь свою подачу. Да. Почему? Как-то немножко не чувствовалось, понятное дело, внутри были нервы, но немножко не чувствовалась все равно игра на задней линии. Я не так хорошо подавал, как потом, уже начиная к концу сета там, и весь оставшийся матч. И задней линии все равно не так уверенно бил. Какие-то были немножко ошибки с первого удара, простые. И как-то вот тот гейм, где он меня брейканул, по сути, такой было. Я ошибся слева по линии простой мяч, на брейкпоинте, справа кроссом простой мяч, и, по сути, вот и случился брейк. И потом как-то повезло, ну, не повезло, а как-то смог вообще на этом не фокусироваться, а просто как-то говорить себе, что продолжай, просто борись, играй. Ты просто ощущение, что ты стал наотмашь бить. Был гейм, когда ну, ты вот прям в один момент как-то, да, я как-то смог себя внутри сам успокоить и вот поймать этот ритм, поймать эту игру, которая, в принципе, мне получалось показывать эти дни. И вот и тогда вот с этими как-то мыслями и подача стала идти, и приемы еще лучше пошли, и все как-то само пошло. Самый важный момент в этом матче – это брейк во второй партии? Второй сет в целом? Да, все моменты важные, и брейк в третьем тоже. Ну да, брейк во втором был важен, и у него был сразу же… Важно, наверное, даже было то, что у меня получилось все брейкпоинты отыграть. Потому что, когда я сделал брейк, у него были сразу брейкпоинты. В третьем сете то же самое. Когда я сделал брейк, у него было вообще, по-моему, три брейкпоинта, и там какие-то невероятные немножко отыграл брейкпоинты. Вот я бы сказал, что да, вот эти вот ключевые моменты, когда обычно складывается наоборот, у меня бывает 1-2 брейкпоинта, я их не реализую, а у кого-то игрока другого брейкпоинта он сразу реализует, сегодня сложился наоборот. У меня были эти брейкпоинты, я смог их реализовать, потом у Карлса были эти же брейкпоинты, и в итоге у меня получилось отыграть. То есть никто не знает, как бы сложилось еще раз такой же матч, но вот сегодня в мою сторону. В завершение, чтобы ты просто еще раз чувствовал, как тебя любят твои болельщики. Видел этих прекрасных женщин? Да, каждый день их вижу. Мы их встретили, и ты знаешь, что они подготовили? Вот тоже Гриша Куклин тут примерил, да, майку. И они мне сегодня с утра показывали эту майку, да. Ну, можешь сказать им что-нибудь? Спасибо большое. Спасибо, девушки, вам большое за то, что любите Андрея. Я традиционный переводчик Рублева. С русского на русский? Да, и Андрюша вас очень любит. И, пожалуйста, одевайся, ты мог бы застегнуться, пожалуйста, потому что очень холодно. Спасибо, отпускаем Андрея Рублева.